Привет. И снова ко мне пристал мой поставщик и говорит: давай, говорит, проверь, нормальный, ненормальный. Ну, думаю, что, да, конечно, Бейсос, они все ненормальные. И, может быть, кому-то будет интересно. Для начала хочу заметить одну такую особенность. Вот, посмотрите, на коробочке написано название, да, и модель. Вот первые две строчки. Однако все интернет-магазины почему-то пишут вот эта вот часть CCA, LL и так далее. Вот если взять, допустим, какую-нибудь другую продукцию от Basis, здесь точно так же написано модель, но всегда пишут почему-то вот это вот WX, XS. Ну, в общем, неважно, на всякий случай вот я предупредил, да, то, что все-таки есть название модели у каждой. Итак, что с этим зарядничком? 3 USB, дисплей. Я его не вскрывал, не смотрел. Сейчас будем все вместе проверять, так сказать, в онлайне. Так, что у нас тут? Богатый набор макулатуры. Макулатуру изучим обязательно. Что у нас еще? Так, рекламка. Рекламка. И мануал. Мануал, конечно, будем сейчас использовать, потому что надо смотреть, что он может, что не может. Итак, пишется, что на выходе у нас USB 1 плюс USB 2, 5 вольт 2,4 ампера и USB 3 5 вольт 1 ампер. А total, то, что он может отдать, это 3,4 ампера. Ну, ладно, будем проверять. Хорошо, хорошо. Поставляется он в антистатическом пакетике, это уже радует. Антистатический пакетик, это всегда хорошо. Здесь у нас что? Разнообразные пленочки, пленочки, чтобы ничего не поцарапалось. Здесь у нас тоже пленочка. Хорошо. И, соответственно, здесь такие же у нас характеристики. Ну что, пора его включить, посмотреть, как это все выглядит. Вот, смотрите, я включил. Выключаю питание. И достаточно долго работает дисплей. Говорит о том, что фильтр в конце стоит хороший. Это уже радует. Так, что у нас показывает? 5,1 вольта на USB и амперы. Сейчас они по нулям. Ну что ж, будем нагружать. Потихонечку будем нагружать. Но прежде чем это сделать, я все-таки хочу свериться с инструкцией. USB 3 5 вольт 1 ампер. Так, а как понять, где USB 1, где 2, где 3? Где написано, что USB 1, USB 2, USB 3? Нигде об этом не сказано. Поэтому я изначально думаю, что каждый порт отдаст по 3,5 ампера до запросто. Так, холостой ход у нас 5,15. Будем нагружать. Это у нас порт номер один сверху. Один ампер без потери напряжения, 5 целых, можно сказать, 1 десятая вольта. 1,5 ампера практически без потери напряжения. 2 ампера ровно 5 вольт. Два с половиной ампера ровно 5 вольт. Три ампера просадка на 0,7 от номинала. Ну, очень хорошие показания. На самом деле очень хорошие показания. Так, теперь перетыкаемся на следующий порт. Средний. То же самое. И порт номер 3, как и ожидалось, все порты держат совершенно одинаково. Одинаково. Хорошо. Так, поскольку мне вот этот вот нагрузочка не позволяет нагрузить больше 3 ампер, а в инструкции у нас заявлено, что ток нагрузки может достигать до 3,4
ампера максимум. Поэтому сейчас возьму другую нагрузочку и посмотрим, сколько он вообще выдержит. Так, поехали нагружать. Так, ушел в защиту. 3,6 ампера держит. При этом напряжение, в принципе, в норме. И чуть дальше. Да, вырубается. Да, вырубается. Ну, номинал написан 3,4. Так и должно быть. Так, теперь мне интересно, сколько же показывает при этом дисплей. Давайте посмотрим. Дисплей показывает на USB 5,2 вольта и 3,4 ампера. А здесь у нас показывает 3 ампера. Так, немножечко убавим. Поставим 2,2 ампера. Что показывает дисплей? Дисплей показывает 2,4 ампера. Немножечко еще убавим. Поставим 1 ампер ровно. И вот здесь показания, в принципе, практически верны. 1,1 показывает. Хотя здесь 0,96. Но врет. Немножечко амперметр врет в приборе. Что ж делать? Ничего тут не поделаешь. Так, ну что ж, давайте тогда оставим вот этот потребитель 1 ампер. Подключу я еще один приборчик, еще одну нагрузку. Подключу еще одну нагрузку. Сразу вырубилось. Ну и как и ожидается. Итак, здесь у нас, ну если вот на этот амперметр посмотреть, здесь у нас 1 ампер ровно, здесь у нас 2,1. Немножечко нагрузочки добавим. 2,2, 2,3, 2,4, 5, 6, итого 3,6 ампера держит. Ну и скорее всего, что сейчас, да, и чуть-чуть еще немножко поднимаем и вырубается. Вырубается тестер. Ну, фактически получается 3,4 ампера. Вот, собственно, вот такое зарядное устройство. Ну да, отвечает всем заявленным требованиям на 3 порта. Смело можно использовать. А поставщикам, которые просили это проверить, да, ребята, пожалуйста, продавайте. Хорошее, нормальное зарядное устройство. Пока.